Сейчас как на... будет пиздец. Пизда, тут сейчас будет мясо просто. Ох, нифига, там толпа спереди. Назад ехать, что ли? Понимаю. Не, Крестик, это был хреновый байт, потому что огромный просто телепорт впереди. А, это сначала я телепорт, ехал, понятно. Почему я ехал третий, а после телепорта стал восьмой, блядь? А у тебя это подключение плохое у тебя. Да, да, у меня лучше всех, блядь. Я со Старлинка сижу, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут за параша? Что там, расскажите мне. Да тут ужас. Вон Лёха Кум поехал, вообще ужас. Лёха Кум. Я улетел. Тебе же сказали, как правильно. А, Лёха Кам? Да. Пиздец, она и не прямая еще вдобавок. Какой-то покер, блядь, рокер, блядь. Как похуй. Полурокер, полупокер, блядь. Да-да, вот я хотел про это сказать, но... А, полупохер? На скорой, блядь. То есть... Нет бы рампу дать, они дают скорую. Сколько чеков? О, я Никиту пони скинул. Что тут за идиот просто? Я заспавнился, о, сзади чувака. Нихуя тут! О, Аня заехала вовремя. А я-то думаю, что за ветряки, а это оказывается эти, кенгурятники от скорой. Я бы сказал, залетело. Если бы у тебя не было BMW, тогда да, а так... А так да, так можно. А так не получится. Ёбаный рот, чё происходит? Я мир его ебал. Меня просто... А почему этот гомосек ютуберский постоянно на первом месте, блядь? Сколько бы нас не играло, трое, блядь, 20, он, сука, на первом месте. Слушай, причём он на старте был, короче, ну, в ряду последних. Плюс-минус десятым. Это как в синглплеер гонках, знаете, прикольно. Стартуешь последний, блядь. Да-да-да-да. Как Крестик сегодня, блядь, на стриме. Или где он там сидел? На демке. А, ну, кстати, да, с тебя пятихаточка. Анастасия, до свидания, блядь. Ух, ебать. Тут рампы это какие-то. Это Анастасион. А, он, понятно, блядь. Да ёбаный. Саня, извини, ты мне еще 500 рублей должен. Ебать, какая тетушка. Эта валюта через 2 года уже не будет ходить. Не, так... Что за грузовик это? А у меня какая-то невидимая хуйня вытолкнула, никого не было. А у меня какая-то неведомая хуйня, я тебе скажу. Я просто... Заяц, ты этого не видел. Короче, у Крестика большая машина, я буду за ним ехать. О, спасибо. Тебя подкинули, а потом меня подкинули. И, короче, я об тебя ударился, вернулся на трек, а ты улетел нахуй. А прикол в том, что это я влетел у вас сзади. Крестик, езжай давай! Офигеть, так легко сказать, да? В смысле, Крестик, а ты где? Ты же впереди меня ехал. А. Я вот за тобой еду. А как ты сзади меня оказался? Я же на BMW. А. Так ты тогда должен быть спереди. А чё, наша четверка, да, лидирует? Тут читер, парни. Читер в тиме. Какой? Ник. А, меня только что поджопник под жопу просто прилетел. Это я нормально. Ехал. Это а, не, это было. Там ветряк какой-то там стоит невидимый. Здесь уверен? Еще и невидимый ветряк. Да, ветряк. Там всех так на карте. Да, там всех так. Блядь, какая козырная тачка. А чё за тачка? Ебать. Мазда. Не, это больше какой-то старый BMW, походу. Подожди. Дрифт тачку дали, серьезно? Нет, это не дрифт, это какая-то обычная. Да! Ой. Вот это я козел, конечно. Вандал. Я бы сказал козлина. Да. О, красава, я за это еду. За рампой. Заебись, тут 2 рампы. Ой. О, не, вообще Аня полезная штука, кинула. Я вам скажу. О, блядь. Так Аня меня кинула, она на рампе едет. Чё за дичь? Да ну нафиг, что тут за невидимый? Ну, так, тут какая-то суета происходит. Когда ветрях невидимый, чё? С этими невидимыми хуйнями, когда вообще лютая хуйня.
Да вы нашли эту невидимую херню, я сколько еду, ни разу не видел. Я тебе потом запись скину. Да, тут есть какая-то невидимая ссылка. Посмотри, как люди просто исчезают. Да-да, вверх улетают, вернее. Бермудский треугольник, ёбаный. Да заебал ты, блядь, гандон, сука. Серьёзно? О, Лёх, что? Серьёзно? Крестик, это ты подо мной взорвался? Угу. В конце. На танке. Парни, вы на чём? Танк. Ты первый, что ли, Сань? Я всех взрываю, пацаны, извиняйте. Так он мудак, ты понимаешь, он... Его подкинула рампа? Пацаны говорят, извиняйте, и крестик следом. Он говорит, мудак. Да ты тварь! А, вот, увидел теперь эту штуку. Ебать, я ощутил эту штуку. 3. Подожди, ты скажи честно, увидел или почувствовал? Я увидел, как сначала передо мной отлетели люди, а потом я почувствовал. Почувствовал. А еще я почувствовал, что на танке мудак катается, блядь. И как тебе оно? На вечер, там дальше машина, которая против танка не приедет. Лимузин на дорогу колеса. Хуя там танк вылетает. Почему этот танк? Бом-бом. О, Зая едет на танке и крестик. И я, заебись. А кто? А, Заяц. Прям вот так едете. Наше трио, слышишь? Три года. Блядь. А это наш Лёха Кум? Ну, был наш, стал не наш, ебать, чё. О, Никита-то... Я так кого-то херово ударил. Давай, мочи все. Кроме наших. Просто помойка. Вот этого Bad Boy 2010, дави его нафиг. Не, Bad Boy это вообще самый, он должен быть на первом месте. Дави его нафиг, я тебе говорю. Четыре там. Выехало три танка, приехало четыре. Вот тут рампа без колес горит, едет. Эй, ебать, это шо тут? А, это... Без обид я нашел попуск. Это Саня был, оказывается. А, ветряк. Ох, нихера здесь козы. Серьезно, гелик 6 на 6? А если бы гелик? Это не гелик. Я уже четвертый. Это Мерс. А. Это ареновская тачка. О, да куда ты улетаешь, Заяц? Ты тоже полетел? Да. Этот ветряк ебал, сука. Да почему он невидимый? Вот это самое. А, блядь, нихуя. Я тоже его ощутил. Нормально так теперь. Редко мешает? Ну не так, чтобы каждый раз прям сбивал. А может это не ветряк, может это ареновская хуйня, блядь? Что происходит, сука? Не, так... О, Макс, дальше. Меня на каждой машине кидает. Десятый лансер, который броня. Андрей, иди нафиг. А, это наш Андрей, не иди нафиг. А, ну ладно, тогда побудь здесь, да? Не-не-не, Лёха Кум, куда ты меня тащишь? Блядь, жалость, как Лёха Кум выехал, блядь. Андрюша, я тебя защищу. Лёха, Андрюша, фоткай. О, бэтбой. Заяц, куда ты? Заяц. Пацаны, блядь. Там кто-то на первой тачке, нормально? Так, а по-моему, это повторно. Саня. А я не управляю, меня бустануло, блядь, вперед. А я сейчас танк выкину, кто на танке? О, петух на танке. Не надо его... На танке Аня... Вы поздно среагировали. На не надо, на танке. Блядь, так, да еще что один за херня это? На Круме вылетел за дорогу, так, просто. Саня, мы своих не трогаем. Идеально проходит? Ёб ты, блядь, что это за херня там, блядь, невидимая? Я не знаю. Меня танк захуячил. Вандал, ты так и не ощутил ее? Ощутил, но это, походу, не ветряк. Ну, а это на машину взорвалось. Мне рампа горит. Я предполагаю, что все-таки это ареновская ловушка. Кузана. Она меня так сбоку ударила, это ветряк, скорее всего. Да, блядь. Черный. Кто такой черный на джипе? Кто такой черный? Сань, ты куда? Пиздец, это что это, блядь, было? На финише прямо, блядь. О, ты начал смеяться смехом туберкулезника, у меня черный экран. У меня тоже черный экран. Кто значит, ты подругил парня? Я три раза... Короче, Саня на танке врезался в меня и на бустере улетел просто мимо чека. А ты на чем ехал? На шестиколеснике. Ну что это такое, блядь?
О, дюна. Зашибись. Серьезно, я на рампе не смогу пройти, потому что мне колесо оторвали. Почему нахрен не танки? Нет. Не, я прошел. Прошел. Не надо. Супер. Пожалуйста. Серьезно, дюна? Да, что, что, что там пишут в чат? Подожди, что там просто пишут? Еблан. Я нашел попуска без обид, говорит. Ой-ой-ой, сори. Твой рот, блядь. Ну что ты, зачем ты вот, блядь? Андрюша, извините. Зачем тебе так, слушай? XCOM, проезжай. Андрюха, проезжай. Не-не-не, крестик своих не трогает. Да я тут на витке, прошел. XCOM. Здорово. XCOM, поехали, там танк впереди. Как раз таки наш. Ну ты тупой, ну... Что происходит? Мне кажется, он не наш. О, Rocket Волчик, знаешь, это двуликий, короче. Ой! Да мудак. Ань, прости. Уху, я кого-то в самом конце выкинул, это же вообще капец обида. Ааа, я тоже упал. О, какая-то толкучка, это надо на Е нажать. Слушайте, а кроме второго места, так-то наша пати впереди. Чего? Так я на втором месте. Почему? Крестик на втором месте. Rocket Волчик это я вообще. Я на первом, ребят. На первом хазбула. Чувак вот так обломал подъезд к финишу. А, как, блядь, не финиш. Крестик, я тоже топанул от этой дня. Так, я сейчас рокера нахуй кидываю. Заяц, заяц, заяц. Выкинь этого козла. Так, Эликсмон, не понял. Там рампа едет, аккуратно. Смотри, Настя вышла. А, это не Настя, это Андрей или как там его? Короче, да, батя. Это очень странный Андрей. Дуна. Скорая помощь. Поехали. О, Андрюха, красавчик, мочи их, мочи их, мочи их, Андрюха, поехали, красавец. Поехали. Давай, Андрюха, я за тобой поеду. Я тебя убил. Ты тебя убил? А? Это месть. Это чисто знаешь, брат за брата. Давай, Андрюха, давай, а топи их. Я тебя не хотел убить. Ни хера там толпа. Давай, 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 давай. Вспомнил. Вспомнил. Это я с вами даже не играл. Скорая помощь, только не гасите, пожалуйста, будьте людьми. А это ты? Вообще на первом месте. Ой, он меня въебался. Пизда бы двое, блядь. Да, только хотел сказать то, что красивый сейф, а по итогу, блин. Блять, ветряк этот ебучий. Второй раз случайно нашу выкидываю. Макс, я тебе такое скину, ты офигеешь просто. Ну ты же снимаешь? Да. Я же тебя научил, как выкладывать шорты, все? Нет. Нет, я тебе именно скину. А зачем ты мне скинешь? Потому что там реально... Короче, полетел я вверх, меня подкинули, я лечу вверх на рокет-машине. И такой, типа, зашибись. Засейвил. Потом меня скинули, это ловушка меня скинула, и я опять И смотри, слышишь, затычку вынял, сразу наушники в жопу. Нормально, я так отошел ненадолго. Да, мы послушали. Алекс, Алекс, пусти! Чё послушай? Хоть бы микрофон вырубил. Да а чё там с братом же общались, какая хер разница? Ну... Вдруг у вас там слишком сильные братские узы там? Кто... Братские узы? Вон, ой, как у этого бати и охранника. А чё у них там? Да, они, вон, видишь. Кстати, тебя пока не было, еще бэтбой ливнул. Сам весел. Обиделся, тварь. Он не обиделся, он, понимаешь, он типа такой... Пойду, типа, на разборки, там, пацаны позвали, короче. Прошу прощения, аэро. Не могу пройти. Танк. Ой, до Пикадора добрался. Это не Пикадор. А что это? Это зародыш Пикадора. Блядь, что-то вас там очень много. Где я? Кто я, блядь? Каботракер не мог. Так, зайцев объезжаю с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрюх, тебе в какую сторону? Ебать, и это хочет сказать мужик? Блядь, чел, мне тебя жалко. А чё в чате? А чё происходит? Ебаный крестик, блядь. Так вы вообще, блин, говорите, я своих не трогаю, блин, сами под колеса лезут. О, блядь! Как меня толкают. О, пробуй сейвить, пробуй сейвить. Я так засейвил, зараза. Я нырнул. Ой, у меня рампа опять, прекрасно.
Занят! Нормально, я только стартанул. Это что, полицейская тачка? Я на шестое отвалился или на пятое. Покойствие. А чё никого не вижу? Ты хочешь сказать, мужик, блядь, чем я тебе жалко? Ох, нихера её таскает. Опять это полухуйня, полурак, блядь. Ну и танки. А, он еще и вышел, да? Сань, давай. Сука, блядь. Петушиная гвардия, блядь. Да, блядь, я опять улетел в том же месте. О, Андрюша. Ой, слышишь, какой он крутой. Взорвал меня, ой. Там какая-то истерика началась? Ну, походу. Как ник у того, кто этой серии там в чате? Никита? По-любому, все Никиты. А, Никита, сука, блядь. Сань, тебе пиздец повезло, я тебе скажу. Да, очень, я в воде, блядь. Я в воде. Прометей. Сзади летел и просто тупо промахнулся мимо тебя. Зато первый, блядь, не промахнулся. Мне нравится, что я до сих пор не первый. Ой, что я до сих пор первый. До сих пор не первый. Вы поняли меня. Безумно можно быть не первым. Я удивляюсь, что я не последний, учитывая, что я отходил на минут на пять. Так я же тебе говорю, тут нубы играют свои. Они просто с другого дискорд сервера. Тут забило можно устраивать. Да ёбаный рот. О, Зая там разобрался, бля, всех стёр нахуй. Ты слышишь? Короче, стой. Мне сейчас Аня написала в этот, в дискорд, ой, в дискорд телеграм. Кинула фотку, где написала, типа, сучка крашеная. Что ты написал? Сучка крашеная. Не, ну это не по-братски, ты должен всем показать такие фотки. Ты жесткий. Блядь. Походу. Ну танк меня расхерачит. Бля, меня заебал этот поворот уже. На нахуй. О, Порш. Блять, скорая помощь, это что за? Да, сука, блять. Да, блять. Я рот ебал этого казино. Че, там до сих пор на этой синей фигне катаешься? Ах ты тварь, блять. У меня походу просто респаются танки и влетают в меня на полном ходу с ускорителя, блять, перед финишем. Я их мир ебал, отвечаю. Ой, у меня финиш. Охуеть, я 10-й был, блядь, 5-й. Пиздец, реально, на скорой этот поворот пройти вообще сложность, блядь. Да иди нахуй, кто это такой, сука? Андрей какой-то, блядь. Сука, опять танк, я рот его ебал, этот танк. Стой, вот синюю хуйню легко проходить, когда на тебя какие-то, блядь, бусики едут, а на меня, сука, блядь, танк, танковая дивизия пиздует. Смотри, раз, два, три, четыре, дойдите вы в пизду на своих танках. Блядь, еще этот, нахуй. Мысли, блядь. Лёха! А какая последняя машина? Поршик, походу. А кто прошел? А, этот прошел. А, Джордж, он заглушился. Да, блядь. Ёбаный поворот. А, так Никита понос на последнем месте. Я думаю, что он выпендривается. А он прям это плачет. Это, блядь. Макс. Пидорский ветряк, блядь. Да. Да ну, ты серьезно. Так, блядь, еще и танк. А, это... О, Сань, да? Ты что, до сих пор на этой херне катаешься? Да. Ты видишь, просто насколько у нас адекватная конфа? Если там, ребятки,
сидят не в канале, сидят просто в этом, на созвоне, это во-первых. А во-вторых, бомбить, ты посмотри, уже четвертый человек из них вышел. Четвертый. Наш еще ни один не покинул. Да. Да, тварь ебаная, блядь. Не-не-не, Саня, это я. Саня. Крестик, сзади тебя ровно я ехал. Да, блядь, уехал нахуй, следующий, блядь. Последняя машина на этой говне. Блядь, на чем, на чем, на чем? Едет вот мужчина. Говняшка, блядь, маленькая. Кто? О, Саня Крестик. Съебался, сука, гомо, ёба. Гомо. Нет, ну куда ты, гнида? Валё, Сань, ты ему колесо оторвал. Да я, сука, ему голову оторву. Голову? Иди сюда, блядь. Так, вот теперь надо страдать. О, теперь я на такой же тачке, на которой ты был. Ну, блядь, вот, а ты возьмешь с первого раза, потому что танки кончились. Опа, привет. Ой, Влад, здорово. Что делаете? Как обычно, страдаем. Стандартный вопрос, Влад, у тебя BMW X5? Что? Нет, это не этот, Влад. А, натурал зашел, да? Или подожди, стой. Так. Или, Влад, это у тебя BMW X5? Нет, не у меня. Даже если у него X5, он сейчас не скажет. А что у тебя, Влад? У меня семерка. Ну, семерка какая? Зеленая. Ну, Жигули или Жигули, что ли? Жигули, да. А. Чисто свой пацан, блядь. Да, давай, еще возьми его в десна поцелуй. Не, зачем? Это же мы же не любители BMW. У нас такое не практикуется. Короче, ебать, там такой пиздец произошел, нахуй. В провинции меня нахуй на месяц откинули. Я думал, он сейчас, блин, тут будет рассказывать историю, как он там на границе контрабанду проносил. А он тут, в провинции на месяц откинули. Да пиздец, я только во фракцию устроился, сука, в эту больницу, и мой, он только третий уровень поднял тут, на нахуй, и все, и пиздец. Шить последний? Подал, чё, ебать? А какой мне надо быть? Да, первым. Первым? Так я дважды первый. Я ставил... Ну ладно, давайте пошу я грустить. Давай. World of Tanks. Мы с тобой просто махнулись ролями, Санёк. До этого ты передо мной ехал, сейчас я. Блять. Да, спасибо. Добивай его, блядь. А тут еще один танк, я его тоже, пожалуй, вперед пропущу. Так аккуратненько за ним себе еду. Да, блядь, не засейвил. Нет. О, вот это тема. Я вот сейчас смотрю за этим Никита Пони, который там опендривается. Так, я запись выключил, можно начать в чат строчить. На, Никита Пони, до свидания. Кто на танке едет? Ох, уехал, блядь. А, у меня колеса нету, там нассал. Четвёртый. Чебать. Я пиздец, я 15-й. Вандал фартануло, так фартануло. Почему каждый танк обязан меня переехать? Ну не только тебя, это каждый танк обязан хотя бы кого-то. Начинает, ты им понравился. Ань, ты первым финишировал? Да. Надо было на тебя оставить. Блять, это хуйня, блять. Я хотел на кого-то поставить, но я не смог определиться, поэтому поставил на себя. Что у нас? Енот... Меня еще кто-то поставил. Енот не разговаривает? Енот тут нет. Енота тут и нет. В смысле, так она... Она с другими дискорд. А, нихуя. А, можно выталкивать, короче. Она АФК стоит. В смысле, вот она передо мной катится. Уже начит катиться, я ехала, она стояла АФК. Пропускала уважаемого вперед. Я вот сейчас этому Никите написал, а че, он даже отвечать не будет? Пипец. Написал ему типа в петушиной гвардии служил или что там.
А, учился. А он не отвечает. А он на скорой катается. Так я за ним слежу сейчас. А зачем ты за ним следишь? Он написал что-то по ходу. Нет, не он кто-то написал. А, красавчик Джордж. Что-то не особо надо хочет отвечать. Сука, Андрей, блядский, я твой мир ебал. Хрена там летает, блядь. Колеса, где он был, если ты на танке, в любом случае, ты виноват. Сука, блядь. Я подумал, вы уже все финишировали. Я могу всех спокойно гасить. Так ты можешь всех спокойно гасить. У нас заяц. Ну, мочите эту скорую, Никиту Поноса. Он уже проехал. Сейчас проверим. Опа, он походу что-то сейчас будет чат отвечать. Остановился? А. А, вот таймер пошел. Он улетел. Бля, долго, стеночка долгая.